Добрый день, подписчики, зрители и те, кто случайно набрел на мой канал. Я благодарю вас за внимание. А сейчас мы услышим мнение Артемия Троицкого о рэпере Басте. Давайте слушать. Баста? Ну, я едва знаю этого рэпера Баста. Вот, я их раньше путал. Есть Баста, есть Каста. Но вот Каста, они из Ростова, по-моему. И это очень хорошие ребята. Это такая, на самом деле, честная, интересная рэп-группа. Вот что касается да Басты, то это вообще очень мутный персонаж. То есть он дебютировал как рэпер, а потом он стал петь какой-то шансон. В общем, я так понимаю, что это типичный такой подментованный, продажный жополиз. Ну вот, в семье не без урода, то есть, хотя рэперы в общем и целом себя ведут на фоне, там, скажем, попсовиков совсем неплохо, и даже на фоне рокеров, пожалуй. Ну вот, есть там, естественно, один рэпер Тимати, вот, но это просто мерзкий гнус. Вот Баста, по-видимому, оказался этого же разлива, так что да, пусть открывает ресторан в Уфе, я надеюсь, что рано или поздно кто-нибудь этот ресторанчик разгромит.